Все, дед, мы поехали. Деда! Мы поехали! Сейчас, подожди, подожди, Данил. Чего ты так торопишься? Ты не боишься за телефон? А что же не бояться? Так он в растении в таком, что он ни к чему с ним не сделает. А если упасть? Да, ну, упадет. Чего он будет падать? Ну, упадет и упадет, чего ж теперь. Судьба у него такая. Снимать нормально будет. Что, тогда когда 15 километров проехали, поедем? Мы сейчас там поедем по лесу, по вдоль и туда в поле выйдем, а там разберемся.
Поехали, снимаем. Что ты впереди не поехал? А мы куда приехали-то? Туда поедем. Давай, поехали. Гони. Thank you.
А ты? Ты туда руль не поворачивай. И на тормозе. А ты что, не хочешь, что ли? Не, я хочу порыбачить. Ну, пойдем. Ну, посмотрим. Ключи надо забрать. Наверное, как ты думаешь? Да ладно, что тут страшного-то? Когда там кочки начинались. Да? Понятно. Кочки. Ну где там рыбачить-то? Пойдем посмотрим. Есть тут что-нибудь хоть? Вот, а тут и сидеть можно хорошо, да? Mm-hmm. Какая прелесть. Ну, вот тут и посидим, да? Mm-hmm. Ну и замечательно.